Это даже не промасленная. Этот блинчик посерьезнее забился. На него, видите, он это вот так стоит назад, наклоненный пяти. 5,5 резина, должна быть 5-дюймовая, либо 4. Она чуть назад трактор наклонена из-за этого. И оно все вот в одну сторону затыкается, вот как вот я снял его, получается, что и масло, и грязь. Все в одну сторону. Ну, в принципе, можно еще ездить почти даже больше половины, он чистый. Ну и здесь что у нас? Масло есть. Тут смотрите, прикол я какой сделал. Так, не знаю, как показать-то. Так, так. Вот. Сделал отверстие вот это вот. И тут такое же. Вот оно. У него их не было. Я потом вот говорю, вот и 40 вот подсмотрел. Вот и 40. Оно. Там три их, по-моему, по низу идет чашки этой. А здесь не было. И получалось, что его наливаешь в ту миску, с этой он все выгоняет с внутренней. С внутренней все выгоняет, и она чистая, как сказать, пустая получается. А сейчас он там масло есть. И какая-то грязь, он даже остается теперь. Вот видно, пух всякий налип, вот. Вот, волоса торчат. Вот. То есть теперь намного лучше фильтрует, потому что раньше такого здесь не видел. Но, наверное, получается, это, наверное, почище теперь из-за этого. Я, конечно, не особо много с попыли работал, но она вся зарастала этим пухом, все законопачивало ее наглухо. А тут, по сути, вот только две ячейки, ну, вот эта половина. А тут еще ездить и ездить, хотя пух есть. То есть намного лучше стало. Так, ну это надо... Чё уж, пол-литра бензина, поди пожертвуем уж. Стирку с порошком пока не хочу разводить. Ну и здесь тоже вот она пролетала, пыль. Но на этой губке грязи такой нету. Эти, наверное, я помою. А эти, не знаю, можно и не трогать, в принципе. Ну, это тоже. Нет, столько грязи я не видел этой чашки, чтобы было. То есть воздух. Воздух как бы ударяется, получается, наверное, да? И масло выгоняет. А обратно, но не попадает уже. Надо было их чуть выше сделать. Чуть низковато я пробурил их. Два сверла сломал, потому что их никак не просверлить прямо. Так сказать, прогрыз, можно сказать, их. На 4, что ли, их ковырял. Не, столько грязи я не видел в нем никогда. Обычно вся грязь была в этом, вот в сеточке, все законопачено, как он только ездил, бывало, вообще наглухо бывало конопатило. Ну ладно, что-то много внимания одной баклажке пойду мыть. Бензин-то вообще тема, ё-моё, он как новое. Чистое. Это как новое. Вообще чистое, очень солярка так не отмывает, просто так вот побулькала, она чистая. Солярка-то вообще лажа. Бензин рулит. Как новое, говорю. Он просвечивается даже. Не знаю, видно. Ага, вот видно. Это как бы немного. Я, короче, прошлый год заказывал новую из-за этого колечка. Тут, ну, она типа пластмассовая, но она мягкая была пораньше. Сейчас стала таким твердым уже. Заказал. Во-первых, без колечка пришла. И это вообще как дуршлаг, блин, ё-моё. Просто насквозь светится все. Ну, я говорю, что за фигня, у вас там, ну, это мини-трактор РФ, Уральск, который делают, у них заказывал. У вас находки одного, прислали другое, ну, вот так вот. Так
такая партия, ну забирайся обратно, хрен с вами. На этих 10 что ли иголок на мини-пресс выменил. Но у меня сейчас поролонинки расстоят, это уже значения не имеет, это колечко большого такого. Она вот где-то выломанная, вот. Вот, и выломанная здесь маленько. Я говорю, сейчас мне это не важно. Тут залил чистого масла, обычно отработку лью, но решил чистить, не побаловать. Здесь есть уровень, но я поменьше лью, потому что она высасывает. Где он уровень? Вот. Так вот ровно. Вот сколько до уровня. Ну где-то сантиметр, наверное. Она сейчас уйдет в эту сетку, уйдет, поролон опять пропитается, ну и нормально будет. Ну сколько вот его было, когда я снимал, ну где-то так оно и держится потом. Нормально так. Через отверстие перетекает, и фильтрация намного лучше. Но вот обычно в этих вот Т40 она пыль вот в этой внешней чашке оседает. Ну а здесь, видимо, может быть поток воздуха не такой мощный, что не выгоняет так сильно грязь эту. И в основном грязь во внутренней чашке. Но раз масло затекает в нее, то она продолжает эффективно работать. Я говорю, пыли намного меньше. И вот когда помыл его. 1 июня прошлого года я мыл его. Вот сначала я покосил с грязным там вон. Там у меня видео есть, это первая зелень. Потом поехала та полянка, которую я недавно показывал, ее косить уже с вымытым. Вот он подпер, сразу почувствовалась разница. Ну, потом это уже поролонинки добавил. Т40 вот их испробовал. И уже потом сюда. Сначала одну, тут сетка еще ставится, я тоже там зимой как-то показывал. Да, она вообще ни о чем не знает, зачем она. И вот 3 блинчика получилось, они по 20. Надо было, конечно, эти помыть тоже. Но они, в принципе, пойдет в следующий раз. Но бензин вообще вещь прям. Так вот пополоскал на чистое, не то что вот это, ну солярка она как бы отмывает, но надо это, надо тереть ее, то есть физическое воздействие то не всегда. Ну и руки чистые опять же, только запашок немного. И бензинная вещь, там лучше эти пол-литра, литр потратить и качественно все отмыть. А солярка, я не знаю, ну только говорю, если физически трешь ее, то она что-то еще отъедает, а так она же тоже жирная. Так что вот, собираем. И что-нибудь еще делаем.